У Ивановского университета третий возраст, юбилей. Уже 15 лет в области существует вуз геронтообразования. Учащиеся, пенсионеры, ветераны, люди преклонного возраста. Те, кто считает, что учиться никогда не поздно. В университете несколько факультетов преподают кандидаты и доктора наук. Люди старшего поколения – самая внимательная и ответственная аудитория, рассказывают педагоги. Им все интересно, они стараются вникнуть в каждый факт. Для представителей третьего золотого возраста сегодня подготовлены творческие выступления и добрые слова. Около 700 человек занимаются сегодня, ведут с большим желанием сюда. И постоянно обращаются к нам, только просят площадь расширить, расширить, расширить. Поэтому мы рады, что вот такая инициатива сегодня у наших ветеранов есть. Муниципальная власть будет поддерживать такие инициативы в дальнейшем.